Библейский портал экзегет.ру представляет. 11 глава пророка Иеремии в переводе Луки Маневича, читаю я для библейского портала Экзегет. Иеремия, да, вот такой Иеремия, снова и снова будет одно и то же, но в других образах, в других выражениях. И 11 глава — это такой напряженный диалог между Иеремией и Богом. Он с народом напряженно беседует, но и с Богом у него тоже не все так просто. Вот слово, которое было Иеремии от Господа. «Слушайте слова этого договора и возвестите их людям иудеи, жителям Иерусалима. Скажи им, так говорит Господь Бог Израиля». Слушайте, а почему, вот зачем это предисловие, слово, которое было Иеремии, а мы увидим. Вот почему он не просто говорит, так говорит Господь, да, зачем это предисловие, что ему Господь это поручил. Сейчас увидим, почему. Так говорит Господь Бог Израиля. Проклят всякий, кто не слушает слов договора, который я заповедал вашим отцам, когда вывел их из Египта из печи плавильной. Я сказал им, голосом моему повинуйтесь, и во всем поступайте так, как я повелю вам, и будете вы моим народом. Я буду вашим Богом. Тогда я исполню клятву, которую я дал вашим отцам, что отдам им землю, текущую молоком и медом, землю, которую вы, землю, которую вы владеете ныне. И я ответил, воистину так Господь. А это здесь зачем? Ну, он передает слова Господа. Зачем вот э, вначале было слово от Господа мне, а, а я сказал, воистину так? А это очень важный момент. Пророк — это не медиум, не шаман, который бьет в бубен, и из него говорят духи, да, как это у многих народов, практикующих шаманизм, принято считать. А это сознательная передача слов Господа. То есть Иеремия сохраняет свое сознание, Иеремия сохраняет свою волю, Иеремия добровольно соглашается с тем, что говорит Господь. Он собеседник наравне с Богом. Вот это удивительно, это в Ветхом Завете уже есть. В ном, конечно, это разовьется в то, что апостолы — это друзья, ближний круг Иисуса, это не просто вот рабы, которых он отправляет, там, идите, скажите, да, это те, с кем он беседует, ну, почти на равных, да, но это уже есть и у пророков в Ветхом Завете сказал мне Господь, возвести эти слова в городах Иудеи на улицах Иерусалима. Скажи, слушайте слова договора, исполняйте их. Я предостерегал ваших отцов с того дня, когда вывел их из Египта, и до ныне предостерегал вновь и вновь. Я говорил им голосу моему, повинуйтесь. Но не слушали они, не внимали. Каждый поступал по упрямству своего злого сердца. И я обратил против них все слова этого договора, которые я заповедал им исполнять, но они не исполняли. Вот смотрите, Иеремия здесь такой Посредник, да, вот Бог заключил с людьми договор, это завет, собственно говоря, да, Ветхий завет, что это такое, это прежний договор. И вот они не исполняют условия этого договора. Иеремия тот человек, который как такой хороший, знаете, юрист, посредник между там неким могущественным человеком и там, допустим, теми, кто с ним подписал соглашение. А, и более того, и сказал мне Господь: заговор возник среди людей иудеи, среди жителей Иерусалима. Вернулись они к преступлениям своих отцов, которые отказывались слушаться слов моих. Поклоняются они богам иным и служат им. Потомки Израиля и потомки Иуда нарушили договор, который я заключил с их отцами. То есть это еще и заговор. Это подобно ситуации мятежа, когда, допустим, правитель, там, царь заключает договор с каким-то племенем, народом и этот народ, это племя ему служит, ну, получая от него, соответственно, там, защиту, помощь, какие-то ресурсы. А вот они восстают против него здесь. И здесь Еремей — это посол, который к этому мятежному народу отправляется от имени Верховного Царя. «Потому так, — говорит Господь, — ныне я пошлю им беду, избежать которой они не смогут. Воззовут они ко мне, но я не услышу их и будут города иудеи, жители Иерусалима, с плачем звать богов, которым они воскуряли, но боги эти в час беды ничем не помогут. В каждом городе твоем, иудеи, свой бог найдется. На каждой улице Иерусалима для мерзости жертвенник вы соорудили, жертвенник, чтобы воскурять Ваалу. Это еще интересная черта язычества. Но ну, если бы они все стали поклоняться этому самому Ваалу, но ну, это было бы тоже единобожие, просто ну, не, не, того бога. А э, многобожие язычество — когда в каждом городе свой бог. Их так часто и называют Вал, там такой-то господин, такой-то. Ну до сих пор мы знаем Венера Милосская, э, знаменитая статуя. Да? Это Венера, богиня Венера вроде как одна, но в каждом месте, там Ника Самокфракийская. в каждом месте его почитают немножко по-своему. И вот здесь то же самое. Это ведь не просто вот в этом городе сделали такую статую, в другом другую, это было одно. Но это еще и э, общий принцип язычества, все расползается. Вот везде свои представления о Боге, везде своя какая-то идея, как надо ему поклоняться, что надо делать, чего нельзя. И в результате язычество — это вот такое очень первобытное, бурлящее море, в котором ничего конкретного нельзя выловить, вот если ты только не оказываешься в этом месте, в этом городе, на этой улице. Вот тут так, а в другом месте по-другому. «А ты за народ этот не молись, не плачь о нем, не возноси мольбу, не буду я слушать, когда они станут звать меня в своем несчастье». Кстати, Бог это все время Иеремии напоминает, но Иеремия явно не слушает его в этом смысле. Да? Он явно продолжает молиться за э, свой народ и оплакивать его. И пусть Господь не принимает этой молитвы, но это важная вещь. Да? То есть, что пророк, с одной стороны, соглашается с вестью Бога, а с другой стороны, он оставляет для себя пространство своего личного выбора, как поступать в этой ситуации. И дальше Бог объясняет, что возлюбленные мои в моем доме делать. Возлюбленный очень частый образ Израиль как народ, который супруга своего господина Бога. И соответственно супруга, которая изменила своему мужу, которая ушла от него, она в его дом уже не имеет доступа, да? Творит она множество кузней. Неужели жертвенное мясо будет от себя принято из злодейства своему тыраду? Он обращается уже к ней напрямую. Господь дал себе имя цветущей оливы с прекрасными плодами, но с громом грозы великой он не спасал на нее огонь, и ветви ее погибли. Господь воинств, насадивший тебя, вот здесь образ оливы, да, которая приносит плоды, предрек себе беду за то зло, которое причинили сами себе потомки Израиля и потомки Иуды. Они гневили меня, воскуряя Ваалу. Господь мне поведал, потому я узнал. Ты открыл мне их злодейство. Я был, как доверчивый ягненок. Вели меня на заклание. Я не знал об их кознях что против меня они замышляли. Дерево, цветущее погубим, чтобы не было его на земле среди живущих, чтобы ими его забыли. Но Господь воин служит справедливо, испытует душу и сердце, пусть увижу я, как ты отомстишь им, ведь тебе я тяжбу свою доверил». А вот здесь интересный новый поворот. Господь должен отомстить им, кому им. А вот похоже, что тем, кто не слушает Иеремию. И дальше он уточняет, потому так говорит Господь о жителях Анатота, это вообще-то родной город Иеремии, которые жаждут твоей смерти, угрожают себе. Не пророчеству именем Господа, иначе мы тебя убьем. Так говорит о них Господь воинств. Я покараю их ныне, юноши их от меча погибнут, сыновья их и дочери умрут от голода, и никто из них не уцелеет, ибо я пошлю беду жителям Анатота в год кары. Вот малая родина, да, и э, там у Иремии наибольшие проблемы вообще это будет и с Иисусом, когда его не будут принимать прежде всего в родных местах. Э, потому что ну, ну кто он такой? Мы же его знаем, там с детства мальчонкой бегал по нашим улицам, чего он теперь тут о себе воображает. Э, и здесь уже обозначен яркий конфликт между Иремией и его самым ближним кругом. Вот быть пророком это очень сомнительная привилегия. Это значит быть тем, кого мало кто любит среди самых близких твоих людей. И в 12 главе Иеремия разовьет эту тему.